дебютантом премьер-лиги в Лужниках в третий раз за две недели. И каждый раз против красно-белых выходил один и тот же состав «Луча». За первые две встречи эти 11 футболистов из Владивостока привыкли к трем вещам. Первое, им обязательно забьет Кабинаги. Второе, наверняка придется играть на своей позиции против нового оппонента. И третье, оборона «Спартака» далеко не сильнейшая линия в команде. Вот так Луч не забивал в первом матче на кубок. Вот так бил мимо цели в ответной встрече. И, наконец, вот так команда Сергея Павлова начала третью встречу против серебряного призера чемпионата страны. Оставалось только дождаться появления на поле Кабинаги и в третий раз с грустью покинуть Лужниковский газон. Между тем, все предпосылки к тому, что «Спартак» вновь победит «Луч», были налицо. Хозяева поля прочно завладели инициативой и в первом тайме заработали несколько штрафных, которые так выручали красно-белых в прошлом сезоне. Однако на сей раз забить не получилось. Помимо стандартных положений, у «Спартака» был еще один великолепный момент для взятия ворот. Однако Павлюченко отличиться не сумел. В начале второго тайма гости все же смогли забить первый мяч в ворота «Спартака» за три встречи. Бояринцев сначала неудачно выбил мяч, затем неудачно поворолся. В итоге игравший правого защитника Тамош не успел в центр к Астафьеву, и шанс у Максима пробить мимо или попасть в Ковалевский на сей раз практически. После пропущенного мяча «Спартак» немного сник, хотя несколько хороших атак девятикратным чемпионом России организовать удалось. Но вот беда, когда мяч все же попадал в ворота «Луча», боковой арбитр неизменно фиксировал положение вне игры. А когда рефери офсайд не фиксировал, мяч в ворота не попадал. Гости достаточно уверенно оборонялись, даже вышедший на замену Кабинаги, похоже, их не очень-то пугал. Как бы то ни было, матч клонился к закату со всеми характерными атрибутами для выигрывающей команды в такой ситуации. Павлов все больше посматривал на часы, Герус получил желтую карточку за неспортивное поведение, которое, разумеется, заключалось в размеренной процедуре ввода мяча от ворот. Конечно же, были и тактические замены, однако все это не спасло гостей от пропущенного мяча. Буквально за несколько секунд до финального свистка, уже абсолютно точно в последней спартаковской атаке, Быстров сравнял счет, окончательно испортив футболистам «Луча» впечатление от пребывания в столице. Удивительно, но после матча мнение о том, кому в этот вечер сопутствовала удача, все же разделились.